Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре нож в охотку FB-52 «Урал». Комплект поставки включает в себя сам нож и удобный чехол для его переноски на поясе. Клинок изготовлен из качественной стали, твердость которой составляет 52 HRC. То есть клинок с такими показателями отлично подойдет для разрезания привычного ассортимента материалов и веществ. Марка стали здесь 40x13, рекомендованная для производства ножей. Толщина клинка равняется 3,8 мм, длина 149 мм. Общая длина ножа составляет 262 мм. Клинок здесь с прямым обухом, отлично подойдет для резки и прокалывания. Клинок имеет скандинавский тип заточки, отличается хорошей прочностью и износостойкостью. Рукоять выполнена из дерева, очень приятно и удобно лежит в руках за счет специальных выемок под пальцы. Рукоять в ноже съемная, так что при желании ее можно заменить на новую. А это значит, что срок службы ножа практически не ограничен. Нож отлично подойдет для любителей охоты и рыбалки, путешествий на природу и туристических поездок. Приобрести его можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».